Зефиру махнула. Горнички типа так пишут. Слово брат. Неясно. Ты вообще какая-то бездушная скотина. Салютон, с вами Павел Князич. Я думаю, настало время для раскатывания мошенников. И поэтому я буду проверять каждое событие, связанное с деятельностью мошенников. И начнем мы с этого. Да я понял уже. Не сочтите за бестактность, но поговаривают, что вы обманываете. Они у меня не проверили, а уже говорят. Вот именно, совсем обнаглели. Кто не верит, на выход! В общем, я хотел бы випу. Мне надо випу. А за какой кош? За какой кошелек? О, Ахмед пришел! Ой, дорогой, здравствуй! Здравствуй! Отлично. Отлично, брат, у моего друга Васи там баклажаны, если что, полным ходом продаются. О, клово. Над зайты. Вот хорошо. А теперь ты. За какой кош випу дашь? Настолько сложный вопрос. Чё угу-то? Чё угу? Я еще раз повторяю. За какой кошелек дашь випу? Слава вселенной, ядрить его в пятку. За 5 дней средний или за все? Да куда ты убегаешь? Мне никто не подыгрывал, она дала средний кош. А с чего ты взяла, что тебе кто-то подыгрывал? Мы ж тебе об этом не говорили. И чего это, друг, все решили в ОВС написать тебе об этом? Не знаю, а чё ты придираешься? Ну это очень странно. Тоби чернота. Я могу еще подложить. Вай-вай, какие мы злые. Ну давай, это ее самое, это, давай, это, мочи. Во, мочи. Лесом, значит. Шел я лесами дремучими, подъездами вонючими. Ну и к тебе притопал. А чё ты клонируешь? Угу. Что? Угу. НГ подарки сможешь склонить? Угу, да. Как давно в аватаре играешь? Пока я год просто ВК. А здесь? 9 недель. И как у тебя появились НГ подарки? Да. Мне дарила жена. Стандартная отговорка. Он еще и смеется, да, конечно. Ему тоже смешно. И я сам куплю за бонусы. А так есть. А сколько средних? 3. А малых? 0. Меня обманывали на VIP. А ты еще не определился, на что обманывать. В смысле, ты-то определился, а то у тебя ни в названии, ни в описании не написано на что. Ой, короче, все, ты бьешь или нет? А чё брать? Хочешь, могу, к примеру, вазу склонить? Букет лилий? Из маст нет. А малый кошелек? А ты случайно випы не клонируешь? Я тебе тип на 5 дней даю, а ты мне на 10. Ты, випы не так обмениваются. Вот этого я точно не ожидал. Слушайте, а почему всех грудничков зовут Займи из рая? Хотя ладно, но грудничок, который дает вип за кошельки... Остановите землю, я сойду. Я за випой пришел. Випа мне нужна, только откуда ты ее возьмешь? Ты чё, сладкого хлебушка наелась? Ты вообще, грудничок, нафиг ты такое событие создала? Да-да-да, конечно. Зефиру махнула. По тебе вижу. А чё? Кто у тебя там? Я понял, что она написала. Грунички типа так пишут. Слово брат. Р на В, а А на Я заменяет. И Т смягчает мягким знаком. Ну вы поняли, что получается. Поэтому зацензурили. Давай-вай, чё ты пинаешься? Слушай, а вы, грунички, не изменились? Давно не виделись, давай поговорим по душам. Весело уже было в далеком 14-м году. Давай 14-й год вспомним.
Ясно. Ты вообще какая-то бездушная скотина. А еще про мой канал знает, тем более бездушная. Я ж снимал про вас. Вот она в китаёзик. И сю мяню, и сю мяню. Вот ща попина. Вот так. Здесь. Из. Ава! Сюда, ровно. А, старые знакомые. Привет. Куда пошла? А ну стой, скотина. Стой, скотина, то кнут возьму сейчас. И смысл было меня материть. И все равно меня выгнало. Видимо, она тоже не выдержала чувства ностальгии. Психанула и выгнала. Капец. Мне сказали, что в Одноклассниках много мошенников, и у меня вот такой тут аватар. Я здесь появился вообще недавно, и сейчас мы найдем с вами мошенников. Вот, давайте заглянем сюда. Я думаю, что сомнительно очень буду выглядеть, так как у меня третий уровень. И комфортно нифига как и имиджа. А за средний новогодний? Средний новогодний? Я могу на 10 дней. Ты вроде 4 ви подаешь. Или ты четверым даешь? Если 4 вива по 10 дней, это значит на 40 дней ты даешь. Математика, блин! Я даю тебе на 10, а другим на 5. А зачем тогда написал, что 4 вива даешь? Типа такой рекламный ход? У меня бомба есть. Держи. Вай-вай! Я своей математикой ей мозги расшиб. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, жмякайте на долбанный колоколец, чтобы новых видосов не пропустить. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, ссылка в описании. Ставьте лайки этому видео, поделитесь им. Не забываем оставлять свои отзывы в комментариях. Всем поки, до свидос.